В Комитете по туризму Республики открыт прием заявок на предоставление грантов на развитие инфраструктуры туризма. Общий объем средств, распределяемых в рамках конкурса, более 103 миллионов рублей. Прием документов продлится до 4 сентября. Конкурс проводится по нескольким направлениям. Организация круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов. Разработка новых маршрутов, стимулирование развития инклюзивного туризма. Максимальный размер субсидий – 5,5 миллиона рублей.